Вы сейчас наблюдаете, как самоцветы просто улетают в задницу китайцам. Айчжи. Итак, приветствую вас, друзья. Меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ. Давненько не выходило у нас отдельных роллингов на моем аккаунте. И мне хотелось бы надеяться, что их еще долго не будет. Я наконец-таки прекращу донатить в эту гребаную игру, и я излечусь от этой наркомании. Наркоманией сегодня на моем аккаунте будем заниматься не одни. С нами будет присутствовать Руслан Кудрин. Привет. Ссылка на его канал будет в описании. И Энди. А ссылка на его телеграм-канал будет находиться на доске гильдии Диктатура. Почета. Привет всем. Да, уже прием от 250к написан. Нам нужны пацаны и девчоночки, 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 девочки, женщины, неважно. Остановись. Да, у нас их очень мало. У нас один большой мужской коллектив, а девушек можно на пальцах одной руки пересчитать. Но самое главное, неважно, там парень ты или девушка, чтобы у тебя были прямые руки, и ты не сливался на битве гильдии. А мы уже с удовольствием тогда примем тебя в наш дружный коллектив. Ну и, конечно же, возраст тоже. У нас как бы средний возраст, я не знаю какой, в гильдии 30 лет. Ну, от 20 примем, в зависимости от вас, вашего аккаунта, а так от 25. Ну да ладно, короче, роллинг у нас сегодня, ребятки. Роллинг. Пахно, не важно, парень ты или девушка, принимаем от третьего размера. Я-то хотел бы вот пошутить, но... Ну, как бы ладно, промолчим, короче. Да-да-да, думаю, ладно, не буду. Еще ставьте сразу лайк отдельно за то, что просто 4 утра почти. Ребятки, уже почти 4 утра, можно за это поставить лайк. Руслан там стримил 12 часов, я целый день у компьютера, и как бы все весело. А будем мы пытаться выбить у кого? Кого мы будем сегодня пытаться выбить? Вы ни за что не догадаетесь, пишите в комментариях. Еще таланты будем ролить, у нас есть 20 карт. Вот. А ну, давай. Да, ребятки, Руслан вам Бога дал храма. Подсказку. Пожалуйста. А ну без приди, елки-палки. Так, так. Слушай, типа, князь, а не соснул бы ты чупа-чупса, а не Анубиса? Князь тыква. Вот тыква у тебя. Рыцарь. Вот прям как мне ролил. Хранитель. Хранитель. Нужен мне хранитель? А, ну по идее, там у меня второй хранитель. Да, аугментацию. У меня второй хранитель, типа, когда-нибудь будет прокачиваться в следующей жизни. Он пригодится, надеюсь, это повторка. Ну дай повторок Ронина, что ли. Еще Валентина, одна Валентина. Повторок... Нет, не смерти, а Арина повторок. Сердцеедки повторок хватает. Друида тем более. Шурум-бурум-бурум, шурум-бурум. Ну давай. Таланты мы не ролим? В конце. Тун-тун-тун-тун-тун. Анубис, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Ну Анубис, ну приди, ну пожалуйста. Анубис, Анубис. Анубис, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Мне уже надоело, я не могу. Меня все троллят этим Анубисом. Все подписчики, псагильдийцы, все присылают мне скрины, как они выбивают Анубисов, уже ненужных. У них там и аугментации уже давно, и вторые эволюции. Им все равно падают Анубисы. Они шлют мне эти скрины. Я мучаюсь и каждый раз плачу. Ну где Анубис? Хранитель, сука. Где ж ты был, когда я тебя за кристаллы героев эволюционировал, падла? Валентина, да какого хера вообще уже третья? Сучка ты, сучка ты. У тебя, по-моему, 3 тыквы, 3 Валентины и 3 хранителя. Вообще огонь. Два хранителя. Просто огонь. Вы сейчас наблюдаете, как самоцветы просто улетают в задницу. Китайцы. Ну что ж ты, а? Сука! Вот вам! Хер вы меня теперь будете троллить! Олик, со своими скринами в личке можешь идти нахрен! Сань, знаешь из-за чего это вот этот ролик? Ну конечно же, из-за того, что ты присутствуешь. Так ты не кажется, что это уже не совпадение?
Чё ж с прошлый раз мне нихера не выпадало? Я же сказал, не выбьешь. Я же сказал, выбьешь. Ну вот, вот тебе, ставочка сыграла. Кто еще лайк не поставил? Все, теперь меня никто больше троллить не будет. Теперь Анубис есть у всех, кроме тех подписчиков, у которых их нету. Ну, логично. Да. Уберы завелись Анубисами, походу, все. Окончательно. Да ж троллить некому. Теперь я буду... Меня можете троллить. Теперь я буду такой же крутой, как Крылёв. С Анубисом, Стрелком и Вальтором. Ну все. И дочь меня больше троллить не будет. А то мне уже... каждый день шлет скрины, как она выбивает Анубис. Даша, остановись. Фух. До сих пор не поверил, что ли, или что? Ну, это вообще какой-то трэш. Я уже, понимаешь, я уже всем выбил Анубиса за 10 тысяч, за 20 тысяч, сука, за 100 тысяч. Бывало, и за 200 не выбивал, конечно. А я уже, блин, стольким подписчикам выбил Анубиса, и эта падла ко мне не приходила. И она наконец-то пришла. И хер знает, откуда брать ресурсы. И, блин, походу, питомцев я никогда не докачаю. Хотя, может, забить на прокачку Анубиса и качать питомцев. Ну, я ж люблю так. И Ронин у меня с этим, с Рина тоже хрен знает, когда докачается. Ну, теперь уж не скоро. Да. Блин, хоть второй пак, донь на талант. Только не по той же схеме, которую мы донили только что. Ну, открой его, у тебя есть место в алтаре, нет? Да. Есть одно как раз. Есть. Давай посмотрим. Что, может, будем больше растет? Еще что-нибудь нажимать или оставим? Я думаю, нет, лучше на таланты. Лучше на... Давай это закончим вот таким вот эппи-эндом. Остальное таланты, давай. Сказка. Какие карточки там? Карточек много. Так, окей, что у меня здесь? Пам-пам-пам-пам. Блин, короче, ребятки, вот если вы не подписаны на меня в Вигеймерсе, то знайте, что вы узнаете о том, что у меня на аккаунте Анубис только через несколько дней, потому что пацаны на Вигеймерсе запись этого видео смотрели в прямом эфире. И они красавчики. И они будут распространять... Ребятки, ребятки, представьте, ребятки из Вигеймерса, представьте сейчас, что вы на Versus Battle Оксимирона и Гнойного и... Ладно, это плохой пример. Представьте, что вы на другом Versus Battle и просто не палите контору, пожалуйста. Не палите контору. Типа, просто наслаждайтесь мыслью, что об этом знаете только вы. Вот. И все, никому больше не рассказывайте. Сейчас в 4 утра 69 человек смотрят. Никому больше об этом не рассказывайте. Все, что между нами произошло, это было лишь на одну ночь. Все, забудьте. Да. Утром, как бы, все. Надо было ключик на складе глянуть. Ай, да срать. Так, окей. Открываем Анубиса. Жесть. Я весь потек. Не, я думал, что он мне еще годик, ну, полгода не будет выпадать. Ну, ты знаешь, даже потек типа, от того, что ты потек. Моя фишечка, типа, без Анубиса играть. Теперь я такой же, как все. Блин, теперь с фишки. Фу. Фу, мне аж сам, от самого себя противно. Топ-талант. Ну, погнали? Ну, погнали, да. Ну, ослабление. Отличный талант, по-моему. Что я хочу вообще на него выбить? А, я Бастион хотел на него выбить. Ну, нормально, все хорошо, в принципе, все отлично, как я хотел. Спасибо, Эджи. Ну, всем пока, ребят. Да, в принципе, нет, подожди, еще полторы минуты что-нибудь поделаем, потому что, ну, как бы надо хотя бы, чтобы видос был 10 минут. Что это было сейчас? Что это, блядь? Это совпадение, Саня, это все совпадение. Ты охерел вообще? Ну, как бы... Ты что творишь-то? Как ты мог? Ты знаешь, из-за чего? Из-за того, что ты китайцев в самоцветы послал ему туда.
Ну, туда. В Анубиса его. В Анубиса, типа. В Анубиса самоцвет. Ладно, ну давай тогда Рина и Ронину что-нибудь попробуем выбить. Хотя у Ронина... Ну давай, у тебя два скортсмен таланта, нафиг они тебе надо. Ну давай каменную кожу. Замедло пятое. Друид давай, наконец-то, неужели? Нет, друид у меня уже замедло. А, ну укротитель давай тогда. Так, друид замедло. А, укротитель у меня со второй эволюции. Ставим его. Бог войны! Ты на... А что? Для архидемона эффективнее замедление. Да понятно, а зачем ты ему бог войны ставил? Ну это еще это давно было. Ага. Ну давай. Я был молодой и глупый. Да ставить некому было. Ну и это тоже. Дай ты каменную кожу для Рина. Или еще один бастион для Ронина. Да ты не офигел? Не, ну раз уж такая пьянка пошла. Не, ну а чё? Коррозия третья. Ну, третья коррозия, не пятая коррозия. Да. Ну, ладно. 2000 самов остается. Роль таланта или еще тебе нужнее что? Роль героев? Ну ладно уже, то по полной. Бас третий. Еще одна попытка. Все. Трэш. Просто трэш. Ну, сколько там еще? 10 минут осталось. Любуйся на оно. Акции. Цене. А, стой, давайте, да, акционный. Чё это? Роллин. Твое лицо, когда заработал. Не, твоя реакция, когда заработал. Я уже думал, что я настолько старый, что у меня там нету каких-то таких ачивок, типа. Ну давай уже. Это судьба, я верю. О, неплохо. Меняй бастион. Зачем тебе ниндзика? Ты еще нужны тебе книги? Ладно. О, живо. Может, Трина... А, нет. Ну, короче, Арина чем? Пускай висит там какому-то допу. Подожди, Арина с яростью с небес. Яростью небес. А нахер ему ярость небес? Он лучше а оживу. Нахер ему оживо, пятое. Ну, для защиты лучше, чем ярость небес. Ну, такое. Ну, короче, хер его знает. Ладно, ребятки, открываю быстро акционные карты. Получить. Где они? Ты все забираю уже. Потом заберу. А Дрейка? Потом заберу. Пацанам сейчас хочется быстрого информативного видео. Так, ваши подарки. Давай. Открываем и получаем говно. Отлично. На этом все. Можете... А сокровищница? Сокровищница? Ай, Ну почему? Там нормальная, там Анубис падает. Досрать на эту сокровищницу, реально. Не хочу затягивать видео. 14 попыток. Ну по классу, сколько там? Ради того, Вальтор. Вальтор и Тесса, смотри. Вот три карты. Вот, ребята, вы свидетели. Что это было? Вы свидетели, ребят. Сейчас видео затянутое не из-за меня. Слушай, это зато тебе будет какое лицо на заставку вставить. Реально, это которое только что было. Не, лучше, когда получил 1650 самоцвет. Да-да-да. Про реакцию с Анубисом я как-то не проследил, потому что сам в шоке был. Сам за. Информативненько. Хороший. Грюмый чем-то недоволен еще. Выбил Анубиса. Бастион, сука. Сидит, угрюмится. А у тебя с чем он? С Ремкой собака 4 из 5 бегает. А-за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 .
А сколько у тебя уже Анубис? Слушай, я тебя не троллил вообще-то, так что заканчивай. Ну, блин, ну... А! Ладно, ребятки, на этом все. Подписываемся на Руслана Кудрина, ссылочка в описании. У него есть Анубис с четвертой ремкой. Не забываем вступать в диктатуру и подписываться на Энди. Вам же пожелаю, как всегда, огромнейшей удачи. Вот сегодня и ко мне уже удача пришла. Не зря я вам удачи желал. Я давно желал. Здесь уже сижу. Да. Блин, ты сейчас к чему это сказал? Ну, удача, ты говоришь, удача пришла сегодня. Я говорю, давно здесь сижу. Ты сейчас что, удача по вызову, что ли, или что, я не понимаю? Ладно, называй меня так. Хорошо, я вам всегда в каждом видео желал удачи. Видать, кто-то из вас пожелал удачи мне. Большое вам за это спасибо. Всем пока, друзья. Пока. Удача по вызову.